Мы спросили проходящих людей на улице, знают ли они, что такое шафран. И они поделились своим первым впечатлением. Знаете ли вы, что такое шафран? О, я знаю только, что он дорого стоит. Знаете ли вы, что такое шафран? Нет. Шафран – это высушенные красные рыльца цветков крокуса, которые могут быть собраны только вручную. Они служат пряностью, пищевым красителем, травяной добавкой и лечебным средством. Хорошо пахнет. Пахнет, как финики и чай. Пахнет действительно хорошо, как чай или что-то в этом роде. Но мне кажется, что запах фруктовый. Запах, как у растения или цветов, как-то так. Вау, ну запах вкусный, освежающий. Пахнет, как паэлья, но только потому, что мне нравится паэлья. Мне нравится. Типичный такой запах. Чай. Запах напоминает мне чай. Я знаю, что моя мама добавляет его в рис. Сладкий запах и очень насыщенный, как высушенный фрукт. Пахнет, как клюква. Каждый раз, когда я готовлю, мама советует добавить немного шафрана. Шафран дополняет вкус пикантных блюд и десертов кухонь Средиземноморья, Ближнего Востока, Латинской Америки и Индии. Подобно чаю и кофе, шафран может придавать разные вкусы и ароматы в зависимости от его происхождения. С помощью персидского шафрана можно добиться одновременно и сладости, и земляного вкуса, и остроты, выделяя при этом цветочный оттенок. Но шафран – это не только специя, он тысячелетиями использовался в качестве травяной добавки, а фармацевты рекомендовали его как лекарство, в последнее время ноотропное. Какой бы ни была ваша причина покупки, убедитесь, что ваш поставщик порядочный. Визайский шафран подходит для небольшого магазина или собственного предприятия. Мы подходим к его выбору критически. Выбираем фирму с ароматическим профилем. Мы поставляем шафран от фермеров и проводим тщательное лабораторное исследование, чтобы гарантировать качество конечного продукта. Спасибо за просмотр. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии и лайки под этим видео. Не забудьте подписаться, так как мы планируем выпускать новые ролики и надеемся стать для вас лучшим источником. Больше информации у нас на сайте.